поставил я с обоих сторон на такие пороги. А как ставил, уже не показывал, потому что креплений много точек, и приходилось подгонять уголки. Уже показываю по факту результат установленный. Также вот здесь растяжки вот такие стоят. По два болта сверху, спереди, сзади. Болт переднюю часть, скажем так, каркаса. Здесь тоже растяжечка и болты. Уголки два штуки. И здесь вот скручены задний уголок. Так как передняя часть на двухдверном и на четырехдверном она одинаковая. А вот задняя часть, они по длине разные. И также с этой стороны тоже поставил. Сейчас ставлю уплотнители сверху, почистил и прикрутил уголок. И устанавливаю уплотнитель. Так, вот правый уплотнитель. Номер LR024-954. Все, устанавливаю, а потом, ту сторону я уже установил уплотнитель. Номер левой стороны LR044-308. Номера далеко друг от друга. Сейчас установлю уплотнители и буду ставить заднюю дверь. Резинки новые, еще туго. Вот и все. Сейчас здесь немножко зазор подрегулирую. А
А потом резинка подобожмется, уже выведу в чистую. Вот задняя дверь. Сейчас петли установлю. Верхняя петля фирмы Бритпарт, новая BHB-71-2070. Такая вот петелька. Болты на 58-ки. А нижняя петля тоже фирмы Бритпарт, BHB-71-0120. Нижняя вот такая петля. Так, а как... Вот так вот все-таки. Я иду, подвешиваю. Все, я дальше уже отрегулирую. Все, дверь прикрутил. Ребенок помог, а сам не мог наживить и прикрутить одновременно. Сейчас ставлю наверху планочку для уплотнителя. Вот такая планка. Вот здесь ее прикручиваю. И потом уплотнитель поставлю. Планочку я прикрутил. Теперь устанавливаю уплотнитель. Уплотнитель начинаю устанавливать снизу. Номер заднего уплотнителя LR044-314.
по профилю такой же, как на передней двери. И вот так вот по периметру его ставлю, а потом уже замочек поставлю. Все, установил замок, поставил новую личинку. И теперь ограничитель можно поставить снизу. Ограничитель фирмы Бритпарт 333-041. Как он дальше себя ведет, непонятно. Здесь должен быть высокий болт. Сейчас разберусь, прикручу. Вот такой сделал переходник. Затянул через шайбу, не зажато. Единственное здесь, ну, что бы ни делал, видать, это то ли приварено неправильно, то ли загнуто вниз. Край все-таки цепляет чуть-чуть. Надо будет что-то здесь, какую-то пластинку приклеить. Ну а теперь приклею на автомобиль поворотники и габариты со стоп-сигналами. Так, это у нас, сейчас разберусь. Это передняя. Так, это задняя у нас. Так, это. Задний стоп, правый. Так, 13, 30, 84. Тринадцать, 17. Вот они, два красных и два. Так, 15, 33, 13, 30. Это у нас задний поворотник. Номер его BR1330R или RTC5524R. Так, что у нас сверху будет поворотник, снизу стоп.
Да, снизу стоп, сверху поворотник. Ну и прикручу. Поставил поворотники и габариты со стоп-сигналами. Вот сюда поставлю задний ход. Номер по бритпарту PRC-7263. Что-то сюда не встает. Задний ход, наверное, не здесь. Задний ход, наверное, с этой стороны. Задний ход. У меня есть задняя подсветка номера PRC-7255R. Вот такая вот подсветочка. И ставится она вот сюда. Вот оно, отверстие для провода, а это два отверстия для самореза. Изнутри прикручивается. Но так как номер у нас большой, ставить мы будем ее на дверь, на его номерной знак. Вот на эти места что-нибудь тогда и подберу из другой подсветки. Есть у меня противотуманный фонарь PRC-7254. Противотуманный фонарь. Сейчас подумаю, куда поставить. Прикрутил передние фонарики. Желтый идет бермач BR1533R, а беленький габарит идет BR3384R. Ну, теперь оптику вставлю. Коробка с оптикой передней. Да, она фирма Lucas LUB314, 7-дюймовая. Чашка. А газета тайская. Точно, газета тайская. А пришло, заказывал с Англии. Тоже газета тайская. Ободок хромированный, все новенькое. Проводка. Саморезы.
лампа LLB-472. H4 лампа фирмы Lucas. Тоже крепеж фирмы Lucas LU-60-600-427. А, это крепеж для сборки фары. Пружинка и регулировочные винты. Все, больше ничего нету. Ладно, собираю оптику и ставлю.